Федеральная дорога Субсехи как речное русло. Отсюда на работу в город отправляется масса людей. И уже давно возникла необходимость установки дополнительных остановок. С такой просьбой представители ТОС обращались к главе Анапы Сергею Сергееву. На этой неделе дорожники порадовали субсехцев новым остановочным павильоном. И как раз кстати. Теперь есть пассажирам, где укрыться от непогоды. Множество нареканий у жителей города, особенно у отдыхающих, вызвал пешеходный переход у речки Анапки. И водителям неудобство, постоянно собирающаяся пробка. Теперь заторовая ситуация решена. В Анапе установили новый светофорный объект. Удобно, а главное, безопасно. Дождались подарка и витязевцы. В этом курортном селе автобусных остановок было днем с огнем не сыскать. Местные жители ориентировались по привычке, а отдыхающим все время приходилось спрашивать, где останавливается общественный транспорт. Теперь Витязево 5 новых остановочных павильонов. Все работы произведены за счет небюджетных средств. Такой вот подарок пешеходам и водителям курорта ко дню образования автоинспекции.